БРСМ – это начальная ступенька для саморазвития и самореализации молодых людей, у которых активная жизненная позиция. Белорусский республиканский союз молодежи – как маленькое государство, которое объединяет в своих рядах небезразличных людей. И таких много. Сегодня 51 представитель молодежи готов продолжить лучшие дела и традиции, сложившиеся в общественном объединении БРСМ. Молодежь, пожалуй, нужно воспитывать, начиная с возраста, пока они учатся в учреждениях образования. И наша самая крупная молодежная организация, Белорусский республиканский союз молодежи, объединяет именно молодежь, не безразличную к судьбе страны. Важно эту активную молодежь объединить единой идеей, стремлением к тому, чтобы оказывать помощь, поддержку всем нуждающимся. Брестские ребята, которым в этот день были вручены членские билеты, с интересом наблюдают за успехами старших товарищей, активистов БРСМ. Им хочется так же, как и они, участвовать в жизни города и страны, поддерживать молодежные инициативы, предлагать и продвигать свои идеи, воплощать задумки в жизнь. БРСМ – отличный путеводитель. Сегодня активные, инициативные представители молодежи Ленинского района вступают, не побоюсь этого слова, большую, дружную семью Белорусского республиканского союза молодежи. Мы надеемся, что каждый из сегодняшних новоиспеченных членов Белорусского республиканского союза молодежи найдет в каждом направлении деятельности что-то для себя и проявит наш Ленинский район. Планы у новобранцев грандиозные. У них должно все получиться, ведь у БРСМовцев широкий спектр сфер, где можно проявить себя. Первый шаг сделан, осталось дело за малым. Я решила вступить в Белорусский республиканский союз молодежи, так как эта организация проводит очень много интересных мероприятий, направленные на просвещение молодежи, на также благотворительность, на помощь нуждающимся. Я считаю, это одним из важных направлений среди молодежи, которое должно продвигаться. Значимое событие, так как такие события происходят не каждый день, я думаю, что это заполнится на очень долгое время. Решила вступить в данную организацию, так как для меня очень интересны мероприятия, проводимые в ней. А также я верю, что смогу реализовать свои мечты с помощью данной организации. После торжественной церемонии посвящения в ряды БРСМ ребят ждала экскурсия по одному из важных предприятий для города Бреста – «Брестэнерго». Сотрудники станции продумали интересный маршрут для ребят и рассказали о различных приборах, объяснили принципы работы основного оборудования, рассказали, кем можно пойти работать в организацию и в какие учебные заведения для этого поступать. А учащиеся, в свою очередь, отметили, что это было интересно и познавательно.